А вот как отметили День Победы в городах и районах нашей республики, расскажет Райсат Юсупова. Смотрим ее обзор. Впервые за последние годы в Буйнакске 9 мая прошел настоящий парад. Свой вклад в праздничную атмосферу внесла и 136-я мотострелковая бригада, дислоцированная в городе. Военнослужащие устроили демонстрацию вооружения и военной техники. Я сегодня с уверенностью могу сказать, что никогда не померкнет память о людях, которые ценой своей жизни приближали победный май 45-го года. Минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне в Ботлихском районе. Военнослужащие войсковой части произвели салют и возложили венки к памятнику воину-освободителю. Колонна бессмертного полка прошла по центральной улице к обелискам, павшим в августовских событиях 99-го года, где также возложили венки. Еще раз поздравляю вас с этим светлым праздником Днем Победы. Пожелать вам всего самого доброго, удачи, успехов. В Докуспаринском районе в селе Мискинжа открыли памятник воинам Великой Отечественной войны. На гранитных досках рядом со стелой имена сельчан, которые ушли на фронт добровольцами. В списке 466 человек. Из них вернулась только половина. В торжественном открытии приняли участие жители села и района, а также представители местных властей, военкомата и пограничных служб ФСБ. Завершилось все праздничной программой, которую подготовили сельчане. Наш долг – показать, дать возможность этим молодым душам впитать в себя тот героизм, который проявили наши деды. Более 3000 человек отпраздновали День Победы на центральной площади в Магарамкентском районе. Здесь прошел парад военной техники, затем состоялось шествие бессмертного полка. После всех участников угостили полевой кухней. На одной из площадок зрителей радовали канатоходцы, которые без страховки демонстрировали захватывающие трюки. Жители Сергакалы отпраздновали День Победы митингом и шествованием бессмертного полка по центральным улицам села. В этот же день на стадионе состоялись соревнования по легкой атлетике и борьбе. Весь день праздничное настроение сельчан поддерживали работники культурно-досугового центра. Аналогичные мероприятия прошли в Южно-Сухокумске, Унцукуле, Левашинском районе и других населенных пунктах республики. Бессмертный полк прошагал по всему Дагестану. Десятки тысяч жителей республики с портретами своих дедов и прадедов прошли, в том числе в Дербенте, Каспийске, Хасавюрте, Кизляре и Избербаше. Райсат Юсупова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.